что, ребят, всем салам. И сегодня у нас будет обзор на Volkswagen Multivan. Вот что я могу про него сказать. Это дорогая дура, которая стоит 37 тысяч. Тюнинга на нее как так какового нет. А все, что есть, это вот это вот, что вы видите. Это фары, точнее мигалки сверху и кенгурятник. Все это стоит 5 тысяч. То есть целиком она все стоит 42 тысячи. И что же вы получаете за 37 тысяч? А именно ничего, потому что эта машина едет всего 160 км в час. Так, вы даже не на нее не сможете поставить таран-чип, потому что он тупо на нее не залезет. Вопрос, зачем тогда ее покупать? Говорить про управляемость, то есть, если просто даже говорить про управляемость, то нету смысла, потому что... Что вы хотите от микроавтобуса? Вот. Реально, это микроавтобус. От него ничего не надо ожидать. Он как был простым, так и останется простым. Это, наверное, все, что можно сказать про него. Да, и несмотря на то, что я про него сказал, я могу его где-то похвалить. Во-первых, то, что у него 4 места. Да, у микроавтобуса 4 места. Странно, но ладно. Что в нем прикольного? То, что он довольно-таки управляем. Ну, как микроавтобус, да, он управляемый. Как единственный Volkswagen, тоже. На Club RPG он только единственный. Особенно Wolf, он единственный здесь. И единственное здесь, наверное, микроавтобус. Тут, ну, есть буханка, но я не считаю ее так каковой. Внимание. Да, то есть вы садитесь вот просто вот так. Что у нас в салоне? Довольно-таки красиво, я могу сказать. Ух, ничего себе. Ладно. Короче, ребят. Несмотря на то, что я ее так... Ну, нелестно о ней отзываюсь. Вполне... В принципе, да, я могу так сказать, потому что это не первый у меня Volkswagen. У меня было их как минимум 3. И... Если, чтобы вот вы поняли, как за ним управлять, то вам надо его покупать. На Club RPG я вам сказал, что он стоит именно 37 тысяч. Это дорого. Но... Микроавтобус, который едет 160, это довольно-таки нормально. Эту машину вы будете брать для семьи, для банды, для кого-либо еще, но никак не просто для езды. Не, ну конечно можете. И как тусу, если устраивать, тоже можете. Но просто чтобы покататься. Хотя, кто его знает, может вы любители кататься на таких вот здоровых машинках, как я. Любитель просто погонять, любитель просто вот поездить. Я довольно-таки люблю такие машины и довольно-таки хорошо их знаю. И да, тут опять же косяк, 240 км в час разгона. Но он разгоняется всего 160. Пожалуйста, исправьте тушнягу. Да, меня никто не услышит, ну, в принципе, ладно. Так, ну что, ребят, скажу то, что... Ну, подведем итоги, скажем так. За 37 тысяч вы получаете вполне хорошую машину. Ну, как микроавтобус, да. Довольно-таки хорошую. Тюнинга, конечно, нету, но, в принципе, он и не нужен здесь. Сама внешка довольно-таки мне нравится. То есть и вам она может быть по нраву. Тюнинг, кенгурятник и 3 лампочки, но, в принципе, это тоже хватает. Больше ничего не надо. То есть белый салон, любой цвет снаружи. В основном его используют в черном цвете, так как сама машина именно для банд, именно для каких-либо разборок. И то есть берут ее в основном те, кто занимается всем, что им надо. Если вы хотите брать такую тачку, то берите. Вы не поймете саму машину, если у вас ее нет. Если вы ее просто берете ключи и просто покататься, то вы так не поймете. Вам нужно именно иметь эту тачку себя в гараже. Ну а с вами я прощаюсь. Всем до свидания, всем пока.